Всем привет! Вот решил НФС Hot Pursuit. Тьфу. Название-то какое? Короче, НФС по горячим следам катнуть. Посмотреть, что за игрушка такая. Понятия не имею, на каких скоростях тут в повороты входить, но тем не менее. Научимся. Ага, я на нитро, блядь, бэха, без нитро меня обошла, ну... Ладно. Блядь, не догонишь ведь. Да ты чё, сука, какая борзая. Нитро здесь ни о чем. Да, блять, выруливаешь. Дрифт сам по себе происходит. Вы опережаете. Я никого ни хрена не опережаю. Странное поведение машин. Да ты чё, какой падла, а? Блядь, там срезать можно было. Вот и как всегда, блядь, читеры. Когда эта трасса, блядь, закончится? Вот и обогнал, блядь. Я опережаю. Кого я опережаю, блядь? Вечно перевод через жопу. Кого я здесь опережаю, блядь? Вторым еду. Да нет, блядь, не хотел я в дрифт. Он сам дрифтит, как ему надо. А это плохо. Привычка назад смотреть, блядь, тут зеркало. Тут зеркало есть, а у меня привычка камеру назад включать. 1 километр до финиша. Как-то так. Золото. Бля, всякой лишней херни полно. Медали, рекорд, вы финишировали, блядь. А я чё, слепой, что ли? Да. Личный рекорд. Ну и чё? Да что я, блядь, Мазду не видел, что ли? Это что такое?
Полицейский округ, блядь. Место гонки. Любой хрени до хрена, блядь, но лишь бы не важной информации. Чё это, блядь? Погоня. Двенадцать километров. Блять, поехали, не знаю, что это. Спринт, наверное. Ну и чё, блять? В чём суть-то, блять? 234, 267. 6,24, блядь. Бля, я херовый. А где карьера-то, бля, я не пойму. Инженерам Porsche удалось реализовать давнюю мечту. Мечту о родстере спортивном, свободном и более близком к истокам, чем когда бы то ни было. Так был создан Boxster Spider, имеющий облегченный... Да говно, блядь, это ваш Boxster Spider тут. Ну, в игре. Может, в реальности хорош. Чё-то я не пойму, блядь, где карьера, о чём мне надо карьерить. Сюжет в чём? Просто кататься? Кататься просто неинтересно. Блядь, мне насрать на вообще на награду. Сколько там, чё, это всё как получится. Бля, пока ещё не пойму ничего. И почему не с места стартуем, блядь, а сходу? Машину я не покупал, соответственно, у меня нет своей никакой машины. Чё это, блядь, мент? Веди. Никогда не заехал, блядь. Авария. Ну и что, что авария, блядь. Блядь, авария. Делают в основном игры на выебон. Вот мне эта красивая авария, она как ни о чем врезался, дальше поехал. В принципе, она мне нахер не обосралась, блядь, эта красивая авария. Тихо, мент. Из-за этого я не стал играть в Most Wanted 12 года. Вот из-за этих, блядь, воебонов. Красивые картинки там, блядь. Может, кому-то это нравится, но не мне. Они мне нахер не нужны. Я, блядь, играю в гонки. Они в этот, блядь, БМ... Бинг. Короче, где машин разбивать. Там вот, блядь, красивые... Разбиваются машины, она мне нахер не обосралась. Я каким еду, блядь? Третьим, что ли? Да, третий. Вот там я третий, там километры мои оставшиеся. Поджопника, блядь, дали. Я тебя, блядь, заставлю. Хер меня заставишь, блядь. Вы опережаете второго, наверное, на 1,91. Блядь. Зато мусора, блядь, нехеровые. У них машины гоночные, блядь. Быстрее, чем Boxster вот этот. Тогда нахрена мне этот Boxster нужен, блядь? Блядь. Кого убил, мента?
А чё мне там? А, бампер шкребает. Убей его нахер. Блять, опять срезка была. Один километр. Хер. Порше. Это немец, а не американец. Медали. Зачем? Получено. Новая машина. Dodge Charger SRT 8. Да че я, блядь, Dodge не видел, что ли? Блять, Лансер я тоже видел. Такс, таратакс. Блять, здесь одни и те же гонки, что ли? А... Блять, ну перехват. Давай здесь попробуем. Добро пожаловать! Вы офицер SCPD, самого быстрого подразделения по борьбе с нарушителями скоростного режима. Вы начинаете со звания 1, курсант, предоставляющего ограниченные ресурсы. Вершиной карьеры является звание 20, верховный страж порядка, с доступом ко всем машинам и средствам ведения преследования. Ваша карьера в SCPD полностью зависит от ваших достижений. Все действия отслеживаются и учитываются в системе наград. Чем больше наград вы получите при выполнении заданий, тем быстрее вы будете получать новые звания. Повышения дают вам более широкий доступ к средствам SCPD, включая новые автомобили, спецсредства и задания. Процедура задержания заключается в остановке автомобиля-нарушителя, невзирая на нанесение повреждений. Для ареста нарушителя вы имеете право использовать любые доступные спецсредства. Ваша задача – задержать объект за кратчайшее время, сведя к минимуму его воздействие на население округа Сикрес. Автомобили перехвата снабжены системой впрыска закиси азота. Используйте систему, чтобы за счет ускорения сократить дистанцию до цели или воздействовать на нее другими методами. Если цель сильно оторвалась, у вас будет ограниченное время на движение, пока вас не отзовут. Будьте рядом, будьте бдительны. Сегодня вы сядете за руль Ford Crown Victoria. Если вы докажете свою ценность для подразделения, командование обеспечит вас более экзотическим автомобилем. Удачи! Спасибо. Да. Не особо он и быстрый-то автомобиль. Ну, в принципе, все автомобили я сравню со всеми НФС. Ну, в андеграунде его нет, понятно, там. Андеграунд, то есть я вообще со всеми НФС-ками, в которые идет я играл. Идет преследование Mazda RX-8, движущийся на юг в направлении Three Points Road. Подтверждаю, нарушитель превысил скорость, необходимо подкрепление. Разрешаю использовать перехватчик, направляю его к вам. Вас понял. Перехватчик включается в преследование. Прекращаю преследование. Начинайте. То есть NFS World для сравнения. NFS Most Wanted. А, сука, получи. Остановил или уже? Ну, может, это так легко. Хотя, я знаю, откуда вся эта чушь взялась. Это еще было на Денди, я вот в это играл. В начале, ну, пускай не в начале, в середине 90-х, скажем, год 93-й. Скажем так, вот это было.
Получена новая машина, Subaru Impreza, так и думал. Лансер 257-200 недоступно. А чё мне? А куда Порше дели? Ладно, я возьму Лансер. Ай, болтовня твоя. Да давай что здесь смотреть-то? Как в андеграунде не прокатывает, да? Ну детализация, конечно, здесь на высшем уровне, ничего не скажешь. Вот это вот такую... Как говорится, графиков спинтерс. Да или в дальнобой, не в дальнобойщике, а в ЕТС. Вот асфальт вот мокрый просто именно после дождя, и брызги такие идут. Предельная скорость плюс 200. Брысь, малявка. Ну так себе, не особо. А где морду посмотреть у машины как? Мне может хочется рожу ее позырить. В общем, я понял, что пока на этом этапе, да? За эти буквально 20 минут. Здесь нет никакой сюжетности там. Вся карьера, которая здесь есть, представлена, она состоит в том, чтобы просто тупо гонять, и тебе дают за это новые машины, либо ты ментом догоняешь, тебе повышают в звании, то есть, ну просто не пойми, зачем тебе это звание нужно. Вот я не знаю, доступ к машинам, то есть, все то же самое, только в полицейской этой. Никаких... Как я привык, черных списков или как в этом колеб в Underground 2 подставщиков, которые тебе поганят все. Никакой Рэйчел или Мия в помощь. Короче, ничего нету. Вот тупо просто гонки. И свободных гонок тоже. Ну, свободных. Свободной езды, я бы так сказал, нету. По городу. Если города-то нет, как такового. Только трасса. А это мне не особо интересно. Графика, да, красивая, ничего не скажешь. Занос, кстати, уходит тоже прикольно на повороте, но это опять привыкнуть надо. Что-то мне с первого раза как-то не очень. А сейчас вроде нравится это дело. Вид назад вот нет, правда, да? Чё-то я его не нашел. Получена награда. Thank you.
Камара СС я тоже 500 раз видел. То есть мне все дальше и дальше, потом одна из одной. Ну давай догоню. Подразделением. У нас чрезвычайная ситуация в Мишн-Бич. Я так понимаю, здесь даже нету магазинов обвеса автомобиля. А без внешнего тюнинга, да и внутреннего тоже. Это не НФС, это, не знаю, раллийные какие-то гоночки. А кто? А, вон они едут там, бля. Или мне троих остановить надо? Блять, на, получи, фашист. Столкнулся. С кем? 13 километров. На, блядина. Мясо. А он живой. На нем не царапин. Не, ну, дрифт, поворот, короче, в поворот дрифтом входить мне это определенно понравилось. Да, блять, выворачивай. Мы столкнулись. Моя машина получила несколько повреждений. Это я типа говорю? Блять, посмотрел в зеркало. На, сука. Еще 9,5 км. Есть контакт, блять. То есть мне врезаться так нельзя. Ха. Или можно? То есть, сучка. Блять, я здесь объеду. Ага, блядь, две царапины. На, сука, получи. Встречный пострадал водитель. Да.
Теперь машина оснащена новейшей технологией – полосой с шипами. Новейшая разработка SCPD выстреливает сзади автомобиля полосу с шипами. Если другая машина наезжает на полосу, она будет временно обездвижена. Воспользуйтесь этим и не теряйте времени. Количество полос ограничено, на перезарядку требуется время, так что используйте это оружие только когда успех гарантирован. Информация о доступности системы появится на вашем дисплее. У меня есть шипы. Я не знаю, на какую кнопку даже нажимать. На 4, что ли? Хер её знает, блять, на какую кнопку эти шипы надо в инструкции смотреть. Центральная, запрашиваю заграждение. Блять. Я собираю машины заграждения в направлении вашего движения. Следуйте тем же маршрутам. Плюс 200, и что мне эти 200? Блять, вечно не сокращаю. Машина выруливает в заносе сама. Автоматически. То есть, я вхожу вот так вот в занос. Ничего не поворачиваю. Поворачиваю направо, допустим, а у нее колеса все равно влево идут. Она автоматом дрифт свой выполняет. Я не знаю, на что шипы выбрасывать. Суки даже заехать не дали. Первый раз хотел сократить, блядь. Не, ну игрушка явно не по мне тут. Я, в принципе, у них ничего не выигрываю. Машины мне сами дают какие-то. На, блядь, получи. Попробуй. По рельсам, блядь, уедем. Железнодорожным депо. По путям, блядь, срежем. Найдена новая срезка. Да не найдена, она на карте была.
Я бы туда заехал, в туннель. Если бы забора не было. Как-то так. Горацио Пагани и его команда. Ни хрена не услышать, знаю я про это Пагани зонду. Горацио Пагани, он все там изобрел. Хорошую машину, кстати. Хорошую машину он сделал. Зонда. Родстер. А чё мне надо? На время? Блин, я так и не понял, на время мне или чё? В конце узнаем, короче. Что-то это, блядь, на срезку не похоже, она скорость здесь сбавляет. А, золото, если за одну 22 пройду. Пока разберешься, блин. Ну, считай, что прошел. Почти. Блять, возле финиша врезался. Ты, сука. 1.25, блять. Да выпендривался. Серебро. Хрен с ним, пусть серебро. Да, мы уже слышали про Горацио. Давай, поехали здесь, советы мне какие-то тут. За 1.22, а я ее проходил же. А, заново я ее выбрал, блядь. Ну давай за 1.22 пройдем. Не выруливай, блять, я сам вырулю. Да, вот это херово, что она сама выруливает.
Я и сам вырулил бы. Чуть занос, короче, уходит и поворачивает так, как ей надо, а не мне. Автоматика, блин. Я ж сказал, пройду. 1.18. Давай, а чем мы зарать не дали? В конце поворота. Да я знаю. Давай, я уже готов там поймать кого-нибудь. Где они? Тренировочное задание, но оцениваться оно будет как реальное. Блять. Я хотел поймать кого-то. Блять, я сам вырулю. Вот она выруливает, херово. Эх, блядь. Нехер выруливать, доверьтесь мне. Да ладно, там столкновение, цепанул чуть-чуть там. Погоди, я освоюсь. И чё? Оценили? Пройдено. Хер с ним. Ха-ха, меня поздравили, вы получили повышение. Зачем? Офицер С. Курсант 2. Порше. Это этот Кайман S. Кстати, неплохая машина в Most Wanted. А вот в NFS World полная помойка. Какие машины, за что машины? История этого. Знаю я, смотрел про Энцо Феррари был, Порше. Про Фердинанда смотрел, про 911-ю много видео смотрел. Как они нахваливали самые удачные серии 911-е. На основе ее много машин сделали они. Да поехали давай. Опять я, блядь, какие-то ведь тесты, блядь, где поворот? А где гонки-то? А фары-то? Ага, работает.
херовые фары, но работают. Блять, чуть-чуть же цепанул, ёпти. Прям слегонца. Из-за этого, блять, все пошло не так. Все пошло прахом. Два 21, да? Прямо или куда? Или куда хочешь, блядь? А чё это за хуйня? Блядь, заехал. Всё испортили. Срезка, блядь. Хождение этапа, чё-то там. Срезки 8 километров. На 24, блядь, не успею. Да из-за того говна, блядь, не туда заехал. Бронза. А чё заново нельзя? Получена бронза. Да и хер на неё. Я не виноват. А, повторить попытку? Ну-ка, давай-ка повторим. Улучшим наши результаты, блядь, не заезжая в эту парашу. Да используйте нитро, блин, знаю, одно и то же пишут. Условия, ночь, молния, да. Поехали. Блять, не срезал. Ну, сейчас там где-нибудь срежем. Херово тут, блядь, эти проемы видно. Не выруливай, блядь. Я сам. Да, блядь, а. Я без срезок проеду по асфальту. Возврат руля тоже такой какой-то никакой. Вот так я бы сказал. Моё, блядь, золото, моё. Именно.
21. Серебро, блядь. Ну ладно. Я старался. Я, блядь, уже в 20-й раз прохожу эту трассу, сука, блядь. Мне пишут хуйню, лишь бы что-нибудь неполезное, блядь. Какие-то советы беспонтовые мне дают, блядь, не уходите в занос без необходимости. Да иди ты, блядь, в жопу, а. Своими такими советами. Я прекрасно знаю, куда мне уходить и как. Я, блядь, уже 3-й раз эту трассу еду. Спрашивается, нахрена, блядь? Прохождение этапа. Да, 3-го. Чё ты там встал, сыкун, блядь? Не задену я тебя, не ссы, блядь. Да уж, блядь, надо что-нибудь выбрать, а другое. Блять, из-за этой ночи хер тут что увидишь. Блять, 17, 18, 19, 20, 21, блять, 22, 24. Вот это всякую хуйню пишут, блять, лишнюю. Подозреваемый я какой-то, блядь, над кем подозреваемый? Поехали здесь, блядь. Да давай на мазе, какая мне в жопу разница-то? Вот лично для меня столько беспонтовой информации. Проще написать «загрузка». Не знаю, мне вот эта вся байда не нужна. Особенно советы. Херово, что он этот сам в дрифте выруливает, заруливает. Это тренировочное задание. Да ёпте! Оно будет как реальное. Короче, здесь какие-то тренировочные одни задания, блядь, которые мне в принципе не нужны. Тренироваться. Тяжело, как говорится, в учебе, легко в бою. Вот так я бы это назвал.
Но графика, правда, красивая. И детализация вообще мне нравится. Да и машина качественно сделана, текстуры прям охрененные. А вот это вот здесь, короче, в эту игру нужно просто добавить из андеграундов, из Most Wanted, да просто все. И будет супер. Ну, для меня, опять же. Лечу как могу. Фу, бледина. Не въехал. Три 32 у меня. Все равно я прошел. Да давайте уже. Чайки вон кричат. Пальмы. Бэха Z4. Ну тоже машина. Не особо крутая в НФС-ках. Такая. Посредственно, я бы сказал. Свалил, блядь. Свалил, сука. Какие борзые. Какой, блядь, занос, чё смеёшься, что ли? Блядина. Я третий. Вот там я их нахерачу, блядь. На развороте.
Ха, не нахерачил, сука. Блять, 6 км. Блять, а змейку проходить не научился. Здесь. Ты суки, а? Ай, блядь. Нихуя не видно, блядь, куда свернуть, сука. В этом темном туннеле. Поэтому я люблю, когда, блядь, настройки, вот здесь у меня максимальные стоят. Поэтому я люблю нахуй эти все настройки снизить, блядь, чтобы у меня текстуры были нормальные. Может быть, кому-то это не нравится, кто-то там любит, но мне не нравится лично. Даже нихуя не видно, все смешано, блядь, и вот это вот размытие, но я его убрал, правда. Размытие тоже нахуй сразу убираю. Фейкса, хх, вот это все, блядь. Потому что здесь даже херово видно, скорость большая, блядь. Еще и думать надо, куда свернуть. Еще на мини-карту поглядываю. Поэтому лишняя херня мне тут как бы не нужна. Турбо С кабриолет 911. И чё? 172 тысячи с турбиной. Для скорости нужна мощь. Нужна. Поехали здесь, что, блядь, не знаю, что это такое. Поедем, что дадут. Куда отправить, туда и поедем. Да пусть так. Ночью. Блять, опять что-то. Проходить. А, 221. Я ее, блядь, по-моему, проходил уже. Или мне. Так и будет ее подсовывать. 221.06, блядь. Сука, я всю одну и ту же трассу. Она у меня типа не пройденная, что ли? Ёбаные скалы, блядь. Вот они, кусты, смешиваются со скалами. В темноте нихера не видно, блядь. Хуй там ночевал. Да. Мне в любом случае за 2.21 так и надо пройти, да? Блять, все мелькает на экране. Рано. По путям. Никаких, блядь, тормозов. Нитро.
Только нитро. Только нитро, бля. Блядь, сама в занос уходит, как ей надо. Все, блядь, 21 секунда буквально не осталось. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, все. Рекорд. Давай 17, блядь. Короче. Покатались вроде, не знаю как, ничего не понял, никакой здесь... нету сюжетности. Карьера. Я бы не назвал это карьерой, поскольку она ни о чем, ну, не знаю. Не очень мне что-то. Графика красивая, да. Вот. На этом, в принципе, закончим. Всем удачи и всем пока.